Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Музеймания» на телеканале «Русский мир». Меня зовут Перхняк Александр, и сегодня я вам проведу виртуальную экскурсию по самым знаковым местам планетария. Все приходят в планетарий, чтобы посмотреть на звездное небо. Конечно же, днем звезды увидеть невозможно. Звезды в планетариях искусственные. И показан их специальный аппарат, который дал название всему этому зданию – планетарий. И перед сеансом в Большом звездном зале, где люди смотрят на звезды, они обязательно проходят через музей Урании, о котором мы сейчас с вами и поговорим. Как я упомянул ранее, название данному зданию «Планетарий» дали те самые аппараты «Планетарий», которые раньше и в данный момент демонстрировали и демонстрируют звездное небо. Но прежде чем мы с вами поговорим о самом современном аппарате «Планетарий», который установлен в Большом звездном зале, мы посмотрим на те аппараты, которые работали от момента открытия «Планетария» вплоть до момента закрытия его на реконструкцию до 1994 года. А открылся «Планетарий» 5 ноября 1929 года. И вот это тот самый аппарат, который работал с момента открытия в планетарии вплоть до 1976 года. Это две сферы, отвечающие за звездное небо двух полушарий Земли, северного и южного, соединенные решетчатой фермой с проекторами. В центре каждой сферы установлена мощная лампа. В каждом из окошек с наружной частью установлена пластинка с отверстиями, расположенными так же, как расположены звезды на небе. Когда лампа загоралась, свет проходил через отверстие, и на огромном куполе экране можно было увидеть звездное небо. Этот аппарат был механический, то есть электро самостоятельно управлял, рассказывая о звездах. Когда в 1977 году его сменил уже новый аппарат, на нем уже можно было демонстрировать автоматизированные программы. И появилась программа, которая называлась «Под небом планетария». И этот аппарат показывал уже довольно большое количество разных астрономических явлений. Можно было приблизиться к планетам, посмотреть на солнечное и лунное затмение в тех точках, в то время, которые они происходили, посмотреть на звездопад, посмотреть на кометы, на движение облаков. То есть это самая главная часть планетария. Одна из самых главных достопримечательностей экспозиции музея Урании – это наша обширная коллекция метеоритов. Но самое главное в этой коллекции – это, конечно же, метеориты, которые вы можете потрогать непосредственно своими руками. Они установлены в музее Урании, и любой желающий может подойти, потрогать его, загадать желание. Многие говорят, что это желание обязательно исполняется. Часто говорят, что не верят люди, говорят, что они не настоящие, потому как метеориты очень дорогие, их нельзя класть, чтобы их могли люди трогать. На самом деле нет. Если метеорита собрали большое количество, то он не представляет такой большой ценности, чтобы его хранить забронированным стеклом. Поэтому у нас каждый желающий может потрогать метеорит своими руками. А возраст метеоритов от 1,5 до 4,5 миллиардов лет. Собственно, чему равен возраст нашей Солнечной системы и нашей планеты Земля. И вот самый большой метеорит в нашей коллекции – метеорит Симчан весом более 1,5 тонны, который можете прийти в планетарий и потрогать, загадав желание. Многие из вас наверняка помнят, что довольно длительное время планетарий был закрыт на реконструкцию. На самом деле это была вынужденная мера. Дело в том, что наш планетарий является одним из самых старых планетариев во всем мире. До Москвы планетарии были только в Германии в количестве 10 штук, в Вене и в Риме. То есть, по сути, наш планетарий был 13-м планетарием в мире и всего лишь в 4-й стране. Когда в 90-х годах возник вопрос, что один из самых старых планетариев является довольно маленьким планетарием, его захотели увеличить. Но сделать это довольно проблематично, потому как сам планетарий ввиду своего возраста является историческим обликом Москвы, памятником культурного наследия, поэтому внешний вид планетария по закону изменять нельзя. Поэтому было принято такое инновационное решение. Старый планетарий отделили от Земли и с помощью двух десятков гидравлических домкратов подняли на высоту 6 метров. То есть, по сути, планетарий, старый планетарий сейчас находится у нас над головой. А стоит планетарий вот на таких вот колоннах, когда день за днем с помощью гидравлических домкратов его приподнимали
шаг за шагом на 30 сантиметров. Таким образом, площадь планетария увеличилась почти в 5 раз. И все здание планетария вокруг нас, все стены, они все прошиты вот такими вот колоннами. И здесь эту колонну, одну из этих колонн, мы специально оставили открытой, чтобы посетители могли посмотреть, как реконструировался планетарий. На данный момент мы с вами находимся на втором этаже музея Урании. Этот этаж, по сути, является фойе исторического планетария. То есть раньше люди через исторический вход проходили в планетарий, и здесь они ожидали сеанса в большом звездном зале, который сейчас находится непосредственно прямо над нами и является сердцем нашего планетария. Здесь представлены глобусы трех планет – это Марс, это Венера, Земля и глобус нашего с вами спутника Луны, а также обширная метеоритная коллекция, которую посетители могут самостоятельно изучать, в том числе с уникальными метеоритами, которые являются кусочками Марса и кусочками Луны. Также здесь представлена масштабная модель Солнечной системы, около которой мы рассказываем о планетах, о Земле и о том, как устроена наша с вами Солнечная система. Одна из ключевых частей этого зала – это модель Солнечной системы, которая сейчас находится позади меня. Модель необычная, модель масштабная. Здесь расстояние между планетами масштаб не выдержан, оно очень большое, и у нас нет таких площадей, чтобы показать планеты в реальном соотношении расстояний друг от друга. Здесь модель представлена в масштабе размеров планет по отношению друг к другу. Но здесь вы не увидите Солнце. Дело в том, что Солнце очень большое. Если бы мы размещали здесь Солнце, то планеты были бы настолько маленькими, что их рассмотреть было бы очень проблематично. За Солнце мы принимали размер этого зала. Диаметр этого зала 25 метров. Так вот, если Солнце было бы размером с весь этот зал, тогда для него планеты были бы вот такого размера. Соответственно, Земля была бы практически футбольным мячиком для 25-метрового Солнца. И это при том, что Солнце – звезда-карлик. Также в этой части музея представлена довольно обширная коллекция метеоритов из самых разных уголков нашей планеты, не только те, которые падали на территории нашей страны. Хотя здесь представлен и самый знаменитый в последнее время метеорит Челябинск, который упал фактически 6 лет назад в одноименном городе. В том числе здесь представлены земные породы, которые были видоизменены в результате воздействия падение метеорита, потому как на данный момент наука находится на довольно продвинутом уровне, что даже если вы не нашли самого метеорита, то потому как изменились земные породы, можно сказать о некоторых физических характеристиках метеорита. Ну вот мы с вами находимся в самой главной части всего планетария. Это большой звездный зал площадью 1000 квадратных метров, над которым установлен полусферический купол-экран диаметром 25 метров, на который проецируется звездное небо, проецируются полнокупольные фильмы на самые разные научные темы, 356 посадочных мест. Ну и здесь установлен самый совершенный оптиковолоконный аппарат Универсариум М9 производства завода Carl Zeiss. Аппарат, который демонстрирует звездное небо, которое практически нереально отличить от настоящего. Причем демонстрирует он порядка 9000 звезд. А столько, кроме посетителей планетария, видят только космонавты с орбиты Земли. Поэтому здесь, никуда не улетая, можно почувствовать себя настоящим космонавтом. И, по сути, ради этого звездного зала большинство людей приходит в планетарий. В данный момент мы с вами находимся в Большой обсерватории Московского планетария. С виду кажется, что обсерватория стоит на крыше планетария. На самом деле это не совсем так. Если бы обсерватория просто стояла на крыше, то тогда все паразитные колебания от здания передавались бы на купол и на сам телескоп. Это было бы довольно плохо для астрономических наблюдений. Поэтому и купол, и телескоп стоят на колоннах, длина которых несколько десятков метров. И у них есть свой собственный отдельный фундамент, что позволяет убрать все паразитные колебания, которые могут передаваться от здания непосредственно на обсерваторию. Перед вами один из самых больших телескопов в Москве. Телескоп немецкий, производство завода Carl Zeiss. Телескоп довольно большой, 4,5 метра длина трубы, 1,5 тонны весит этот телескоп. Линза, основной конструктивный элемент телескопа, имеет диаметр 30 сантиметров. И здесь посетители могут посмотреть непосредственно в сам телескоп, на Солнце, конечно же, с помощью специальных солнцезащитных фильтров и солнечных экранов.
Открыта обсерватория в дневное время, с мая по октябрь, когда мы проводим лекции о Солнце, показываем посетителям Солнце. Ну и, конечно, в некоторые месяцы в году, когда происходят какие-нибудь важные астрономические события, или в сентябре месяце, когда происходит международная акция «100 часов астрономии», обсерватория задействована в ночных наблюдениях, когда любой москвич или гость столицы может прийти сюда и посмотреть телескоп на звезды, планеты, Луну, ну, на все то, что доступно в данный момент для астрономических наблюдений. На этом наша виртуальная экскурсия подошла к концу, но это всего лишь малая толика того, что можно увидеть в планетарии, что можно услышать в планетарии, что можно потрогать в планетарии. Все остальное вы можете увидеть и услышать, только посетив наш планетарий. С вами на связи был Александр Перхняк. Ждем вас в планетарии.